Сотрудники милиции Слуцкого РОВД готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан на местах проведения рождественских и новогодних праздников. Несение службы будет осуществляться в усиленном режиме. Наряды сотрудников милиции будут приближены к местам проведения торжественных мероприятий. Наряды государственной автомобильной инспекции также будут нести службу в усиленном режиме, в том числе в местах, где будет ограничено движение транспорта и организованы маршруты объезда. В местах большого скопления граждан, а именно на центральной площади города, проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Напоминаем, что посетителям в таких местах запрещается иметь холодное и газовое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Запрещено использование пиротехнических изделий. Для комфортного отдыха рекомендуем прибытие к месту торжества заблаговременно. Лица в состоянии алкогольного опьянения допускаться не будут. В случае обнаружения бесхозных либо подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать орган внутренних дел. Уважаемые жители и гости Слуцчины, отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома поздравляет вас с Рождеством и Новым годом. Пусть эти праздничные дни пройдут для вас безопасно.